Что, пошел Буффон, первые ворота. Значит, уругвайцы серию открывают. Нет, Муслера. И я их понимаю, все-таки некая степень расслабленности, будь это финал, было бы по-другому. Вот, а все равно сейчас очень хочется выиграть. И они улыбаются друг другу, но как только кто-то из них займет место на ленточке, тут же улыбки уйдут. Диего Форлан и Джан-Луиджи Буффон. Буффон! Бил Форлан, помните, Буффон ногами отбивал, руками отбивал, а сейчас и пенальти отбивал. Чем отбиваешь пенальти, уже не имеет никакого значения. Хоть штангой, хоть перекладиной. Первый же удар в этой серии нерезультативный. Если это красный свет, пока это очень грамотно, не ударом Форлана, загнанный в угол вот этой самой линеечки красный шарик. Альберто Аквилани у мяча. И Фернандо Муслера. Ну, тут никуда не сунешься. И плотно. Под перекладину. Угадывай, не угадывай. Идет бить Кавани. Я вот почти не сомневаюсь, что будет подборка. Где-нибудь в новостях, так сказать, может, в фотографиях или на телеканалах тех ударов, которые Форлан совершил по ударам воротам Буффона сегодня. Правда, интересно. Не потому, что это все там решило или может решить. Нет, пока ничего еще не решено, и мы только начинаем смотреть серию пенальти. Эдинсон Кавани туда же, куда забил. Туда же, куда в дополнительное время чуть-чуть не забил. Без вопросов и нервов. Уложил, как по ниточке. 1-1, но у итальянцев удар в запасе. Стефано Альшарави. Да. Очень спокойно, деловито, уверенно и солидно. И яркие бутсы третьего нападающего сборной Уругвая засеменили к 11-метровой отметке. Луис Суарес. Ну что ж, туда уже протарил дорогу Эдинсон Кавани. Что ж, от добра добра-то искать. Помните, как в серии прошлого матча Касильяс все время прыгал и прыгал в один угол, да? Тоже, между прочим, себе тактика. А ну как в этот раз возьмешь да прыгнешь в другой. А паузы большие. Идя к этому мячу, ты должен успокоить свои нервы, ты должен понять, что вот решить, что-то для себя выбрать, как-то приготовиться. Может быть, там глянуть на вратаря. Дешильо. Он был хорош. Сегодня он был хорош на этом турнире. Бьет он с короткого разбега. И Муслера! Улыбается Буффону уже не просто до серии, а вот в таком своеобразном смысле. Как видите, огорчение настоящее. Да, защитником итальянской сборной на этом турнире догадался разведчик. Это крепость заднего ума, я понимаю. Бить пенальти, наверное, все-таки не стоит.
снявший свою повязку, отложивший все свои недуги, абсолютно здоровым или как новеньким выходит пробивать пенальти Мартин Касерес. Четвертый удар. Не только итальянским защитникам. А Буффон берет 2 из 4. Счет по-прежнему равный. Но удар плохой, конечно. Еще хуже, чем у Фарлана. Вот. Счет по-прежнему равный. У итальянцев по-прежнему удар в запасе. Но не все ж класть по 5 из 5-то, да, как в полуфинале было. Эммануэле Джакирини. Туда же. Туда Кавани и Фарлан. Не забивает Уругвай 5-й. Все дело закончено. Забивает 5-й. Будем ждать 5-го итальянского. Вальтер Гаргана. Идет исполнять. Он-то не имеет права, как сапер. Да и то еще гарантии никакой, даже если дело свое дело сделает. Нет, свое дело сделает Джан-Луиджи Буффон. И завтра газета Дело Спорт и много что еще выйдет с его портретом. 3 отраженных пенальти в серии после матчевой. Сборная Италии становится третьим коллективом, третьей командой Кубка Конфедерации. Буффона будут качать, и он это заслужил. Безусловно, вратарь, команда которого побеждает в серии пенальти, он что-нибудь взял, уже герой. Буффон сегодня 3-ж герой, как говорится, Италии. Но я вас уверяю, что фотографий Буффона, может, и будет много. Но главное все-таки будут не его. Потому что матч за 3-е место, который нас с вами держал в напряжении 120 минут и завершался серией пенальти и победы сборной Италии, все-таки матч за 3-е место. А в этот момент, когда я, Юрий Розанов, благодарю вас за внимание, коллег, за работу и прощаюсь с вами. До скорых, Бог даст, новых встреч. Еще не состоялся матч главный. И кто его знает? И мне вот неведомо, кто будет его главным героем. Команда, игрок, кто, какая именно, чем все дело закончится. Очень интересно все это дело. Ну а мы смотрим последний пенальти в этой серии. 3 из 5 забирает Буффон. И наши поздравления итальянской сборной в связи с победой в сегодняшнем матче и завоеванием 3-го трофея на этом турнире. 3-го места на этом турнире. Все. Остается один матч. Он же главный, он же финал. Он же, наверное, с вывеской №1 сейчас в мировом футболе. Бразилия и Испания в Бразилии. Чего же вам более? Ждем. А с этим матчем все. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.